9 октября в Саратове произошла страшная трагедия. 9-летняя Лиза Киселева шла в школу. Шла она в эту школу через гаражи. Маршрут был небольшой, всего 500 метров. И по версии следствия, в одном из гаражей она встретила Михаила Тувакина, который занимал этот гараж незаконно. Как объяснил он сам, он испугался, что этот гараж может принадлежать родителям Лизы. И, испугавшись, затащил его в этот гараж и убил. Убийство очень резонансное. К вечеру собрались жители, был народный сход, требовали отдать им убийцу, хотели совершить над ним самосуд. После этого, вы наверняка слышали, уже появились разговоры по поводу восстановления смертной казни, отмены моратория на смертную казнь. При этом даже Государственная Дума на своем сайте провела опрос, и большинство опрошенных россиян, они изъявили желание отменить мораторий на смертную казнь для насильников, для педофилов. И людям показалось, что эта мера будет оправданной. Я бы хотел рассмотреть эту трагедию немножко с другой точки зрения, потому что уже прошла неделя, и сейчас уже есть реакция там, от губернатора, есть реакция там, от мэрии, от других чиновников, потому что всем предлагают как-то решить проблему, потому что ну, нужно что-то делать. Да? Ситуация дикая, нестандартная, этого не должно быть, люди напуганы, и люди хотят, чтобы ну, ситуация была как-то решена. Одни предлагают ликвидировать, снести все там эти гаражи. Губернатор мы сейчас почитаем то, что он предлагает. Но мы все прекрасно знаем, что в любом городе России есть подобные места. Есть подобные места, как в Саратове, через которые ходят дети, через которые ходят взрослые. И там действительно может случиться все, что угодно. Когда я посмотрел маршрут, журналисты прошли этим самым маршрутом, то мне реально самому стало страшно. Я не понимаю, как там вообще мог ходить ребенок. Вот по этой жести, по каким-то этим лесенкам, по каким-то этим трущобам среди этих гаражей. Ну и закончилось все это страшной, страшной трагедией. Что делать с этими зонами? Как с этим городу быть? И что делать, чтобы такие трагедии не повторились? Для начала давайте посмотрим, что у нас предлагают саратовские чиновники. Начальник управления МВД по Саратову, он заявил, что полиция более серьезно займется гаражными кооперативами. Оказывается, там чисты кражи, ведется незаконная торговля, в том числе и алкоголем. Нужно провести обследование гаражных кооперативов, сделать освещение и видеонаблюдение. Это позволит исключить проникновение посторонних лиц. Полиция у нас наконец-таки узнала, что, оказывается, есть гаражные кооперативы, и там не пойми, чем и кто занимается. Меня немножко смущает эта новость, потому что, скорее всего, как это часто бывает в России, под предлогом вот борьбы с таким вот криминалом, да, сейчас начнется отжим у людей гаражей, отжим частной собственности, передел этой частной собственности, потому что, как мы знаем, во многих городах вот эти вот, в том числе и гаражи, такая лакомная земля, на которую вот ходят, облизывают всякие застройщики и так далее, да, и сейчас можно будет под шумок, под благими какими-то такими намерениями, да, все это дело снести и построить какие-нибудь там многоэтажечки. Я сразу скажу, что очень часто звучат мнения, давайте быстренько все это снесем. Ребят, это не выход, как раз не выход, и я сейчас чуть позже объясню, почему это не выход. Но дальше у нас пошел губернатор, глава Саратова Михаил Исаев. Он призвал избавиться от зеленых насаждений. Я не шучу, вот прямо глава Саратова Михаил Исаев призвал избавиться от зеленых насаждений. Я дал задание, говорит нам глава Саратова, чтобы никакой поросли не было. Требую от служб благоустройства выпиливать все, чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивации сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть, распевать и так далее, отметил господин Исаев. То есть чувак предлагает вырубить просто в городе все деревья, кусты, и тогда все будет прекрасно, все будет просматриваться, и тогда не будет никаких преступлений. Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая пошла дальше всех, и она предложила, что для каждого ребенка нужно разработать индивидуальный маршрут от дома до школы и назад, который школьнику будет запрещено нарушать. То есть дети у нас будут теперь курсировать по согласованному маршруту. В случае, если он отклонится от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут, например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями, то родители обязаны письменно уведомить школу об этом.
Еще раз, это говорит председатель комитета по образованию. То есть мэр города считает, что нужно вырубить все деревья и кусты, а председатель там по образованию считает, что детям нужно начертить маршрут, и чтобы вот он как робот шел по этому маршруту, а если он отклонится, родители будут сами в этом виноваты. Окей, поможет ли это решить проблему и избежать подобных трагедий в будущем? Нет. И сейчас я объясню, почему. Итак, что мы имеем? Мы имеем проблему, что в городе у нас существуют какие-то пространства, которые потенциально опасные, пространства, которые привлекают преступников, и пространства, в которых у нас может произойти преступление. Это та самая ловушка бомжа, про которую я вам рассказывал на примере очень странного депутата Екатеринбурга, который тоже предлагал, как и сейчас предлагает мэр Саратова, депутат Екатеринбурга, он предлагал вырубать парки, не финансировать парки, потому что в парк как раз собираются преступники, да, вот ему кажется, что если там все вырубить, да, то никаких проблем не будет. Друзья, я боюсь, что сейчас саратовские власти, чиновники, они попадут в ту же самую ловушку бомжа и попытаются еще хуже сделать городскую среду. Что мы имеем? Мы имеем зоны, в которых по какой-то причине там не находятся нормальные люди, да, и эти зоны из-за того, что там нету наблюдателей, из-за того, что там нету свидетелей, они как раз и становятся вот благоприятной средой для криминала. Вот именно там криминал и процветает. Поэтому единственный выход, если мы с вами посмотрим на мировой опыт, единственный выход — это заниматься благоустройством, это заниматься облагораживанием таких территорий. Потому что тогда на этих территориях будет находиться больше людей, там будет больше свидетелей. И риск того, что там будет совершено преступление, он будет снижаться. Я вам приведу сейчас несколько примеров. Да? Давайте вот представим лифт. Да? Мы знаем, что иногда преступления совершаются в лифте. Почему не совершаются? Да? Потому что лифт — это замкнутое пространство. В лифте нету свидетелей. Поэтому в лифте могут очень часто совершаться преступления. Каких-то банальных, когда человек просто берет и вандалит этот лифт. Он это делает, потому что его никто не видит. До избиений, изнасилований, грабежей и массу таких случаев. Что в свое время сделали в Европе с лифтами, чтобы там не происходили преступления? Они сделали прозрачные двери, они сделали прозрачные кабины. То есть вместо металлических панелей они сделали их прозрачными, да, прозрачные лифтовые шахты, да, чтобы лифт просматривался, когда он поднимается. Это просто привело к тому, что преступления в лифте, они прекратились просто из-за того, что лифт стал просматриваем. То же самое работает и на примере городской среды. То есть, если мы с вами в городе имеем место, где просто дико страшно находиться, то первое, что должен был сделать мэр города, да, это посмотреть на карту и начать благоустраивать эти места. То есть, если через эти гаражи лежит дорога к школе, если вообще эти гаражи находятся около школы. Вопрос не в том, что мы сейчас снесем эти гаражи, да. Вопрос в том, что нужно облагородить, значит, территорию этих гаражей, проложить там нормальные дорожки, сделать там освещение, сделать там благоустройство, сделать там так, чтобы там ходила не только эта несчастная девочка, а чтобы там вообще люди ходили. И тогда это место станет безопасным, потому что тогда там будут свидетели, тогда там будут постоянно будут курсировать народ, я не знаю, там будут и играть дети, там будут сидеть какие-нибудь бабушки на лавочках, да, то же самое, что мы видим с вами, не знаю, там в хороших парках или еще где-то. И из этих мест уйдет криминал, эти места станут безопасными. Эту проблему решали во многих странах мира, да, например, есть куча успешных кейсов, как наводили порядок в трущобах там, в Латинской Америке, начиная там от Медельина, я вам рассказывал, да, как начали строить библиотеки и делать общественные пространства, заканчивая там Рио-де-Жанейро и другими городами, которые были супер опасны. Но начинали они, помимо всего прочего, делая там хорошие общественные пространства, они приводили в порядок улицы, они развивали там бизнес, они делали так, чтобы люди выходили на улицы, и чтобы люди начинали следить за пространством, следить за городской средой и следить за порядком, потому что лучше, чем это делают люди, это не сделает никто. Опять же, да, есть массу там примеров, как в Америке, когда изучали преступность там на разных перекрестках, да, и выяснилось, да, что где у вас нормально, например, работает тот же самый малый бизнес, и собственники помещений, владельцы там магазинов, когда они следят за своими помещениями, они смотрят, что там происходит, и они первые не заинтересованы, чтобы у них что-то там под носом происходило, да, потому что если у вас есть магазин, например, да, или у вас есть какой-то бизнес, у вас есть кафе, вы не заинтересованы, чтобы около вашего кафе происходили какие-нибудь там грабежи, нападения, избиения и все остальное, потому что вам
перестанут ходить клиенты. Вот. И на этом есть много кейсов, которые показывают, что улучшая городскую среду, вы повышаете безопасность в городе. Это вообще один из таких важнейших факторов, зачем нам нужна вот эта вся урбанистика, зачем нам нужны хорошие общественные пространства, зачем нам делать там, обновлять парки и так далее. Поэтому, если мы вернемся к страшной трагедии в Саратове, если мы хотим этих трагедий избежать в будущем, если мы хотим сделать, чтобы наши города были более безопасные, нам нужно не вводить очередные запреты, не заставлять детей ходить как роботы по каким-то маршрутам, да, не сносить эти гаражи, да, потому что ты их все не снесешь, и на место гаражей у тебя появится промзона, на месте промзоны у тебя появится какая-нибудь зона отчуждения железной дороги. Нужно заняться тем, чтобы делать нормальное в городе благоустройство, делать освещение, делать нормальные тротуары. И лучшее, что может сегодня сделать мэр любого российского города, чтобы этот город стал безопасным, это заняться благоустройством улиц. Поэтому делайте хорошую, качественную городскую среду. Это в том числе поможет снизить преступность и избежать страшных трагедий в будущем. Я надеюсь, саратовские чиновники, они перед тем, как сейчас рубить с плеча, заниматься популизмом и вот декларировать всякий бред про то, что мы сейчас вырубим все деревья, они, не знаю, привлекут каких-нибудь специалистов, они изучат мировой опыт и не наделают глупостей.